Два ЧП случились в минувшие выходные. По недосмотру взрослых 13-летний мальчик получил травмы на железнодорожной станции Вурнары. Около 22 часов 30 минут на железнодорожной станции Вурнары Горьковской железной дороги 13-летний мальчик залез на крышу вагона грузового поезда, в результате чего он получил обширные ожоги и был госпитализирован в больницу. В настоящее время проводится проверка, сообщается на сайте Приволжского следственного управления на транспорте. И еще одно происшествие уже на воде. В минувшие выходные в Алатырском районе у села Междуречье утонула 14-летняя девочка. Несовершеннолетняя вместе со своими знакомыми молодыми людьми в возрасте 14 и 24 лет пошли на Суру, протекающую рядом с указанным населенным пунктом. При этом никто из них не умел плавать. Во время купания на мелководье из-за резкого перепада дна реки 14-летняя девочка ушла под воду и пропала. Ее тело было обнаружено на поверхности воды 30 июля.